мостом к острову Лантау. Это в Гонконге. Гонконг – это регион Китая. Очень, конечно, красиво. Мост только автомобильный. Вот еще вот это местечко предусмотрено. Да, я на него любовалась издалека, хотелось пройти, но это нереально. Да, длиннющие, конечно, вот там переходы, 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 переходы. Очень красиво. Прилет из аэропорта в Гонконг идет на остров Лантау, а потом в этом мосту. Идет трансфер, пожалуйста. Обязательно здесь все начинают фотографировать, потому что держаться реально не возможно. Очень красиво. На острове Лантау находится Диснейленд. На этом же острове есть канатная дорога. Обозначением цифры 360, то что обзор обзор 360 градусов со все стороны. Вот уже, смотрите, как интересно обозначение стояли. Всегда удивляюсь, как такие маленькие люди по сравнению с целой землей. Как мы умудряемся строить такие грандиозные сооружения. Просто удивительно. А то какой большой живет. На остров можно попасть вот так автобусом. А можно и с помощью метро. Это совсем немножко до аэропорта. Я уже летаю из Гонконга. Надеюсь, что я не прослежу свою остановку. Надеюсь, что там все выходят. Я соображу, что мне делать.